Samsung Electronics представляет смартфон Galaxy M51, который сочетает в себе высокую емкость батареи, Super AMOLED Plus Infinity O дисплей и основную камеру высокого разрешения с 4 объективами. Новинка поступила в продажу в России и доступна в фирменном онлайн-магазине, официальной рознице и магазинах-партнеров в черном и белом цветах по рекомендованной цене 29 990 рублей. Galaxy M51 на сегодня самый производительный смартфон в своем классе. Он оснащен самой большой в линейке Galaxy батареей 7000 мАч, 64 мегапикселя основной камерой с 4 объективами, среди которых ультраширокоугольная на 12 мегапикселей, камера глубины и макрообъектив на 5 мегапикселей каждый. Дюймовый Super AMOLED Plus Infinity O с разрешением Full HD отображает насыщенные и яркие цвета. Несмотря на внушительный аккумулятор и большой экран, Galaxy M51 имеет толщину всего 9,5 мм и весит 213 грамм, что позволяет удобно пользоваться им одной рукой и носить в кармане. Как и все мобильные устройства Samsung, Galaxy M51 в полной мере обеспечивает стабильную работу приложений и сервисов Google. Это включает в себя не только доступ к лицензированным приложениям Google и контенту из Play Market, но легкую облачную синхронизацию и безопасное резервное копирование данных, а также обновление системы Android.